Затримки з виплатами зарплат сталися через недофінансування держбюджету. І головний кошторис країни доведеться змінювати. У цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, є дві причини, чому у бюджеті не вистачає грошей. Перша – це недобір коштів із митниці, а друга – спекуляції з держоблігаціями. Завели спекулятивний капітал, продали їм по 9% годових, випустили облігації. Це кабала для країни 9%. Покажите мне в мире такие проценты, которые государство выплачивает. И вот этот спекулятивный капитал, зайдя внутрь страны, так укрепил гривну, что упали доходы бюджета и начали обрезать статьи платежей, которые, в общем-то, жизненно важны для страны, которые касаются развития, каких-то инфраструктурных проектов, программ, которые связаны с лекарствами. То есть все начали резать, потому что примерно на 80-90 миллиардов бюджет недополучил денег из-за провала на таможне и вот этих вот игр с облигациями внутреннего займа. Причем выпустили их вот только за последние 3 месяца долг внешней страны нашей увеличился на 17 миллиардов гривен за счет вот такой политики правительства и Национального банка, которые играли с этими облигациями.